привет. Я могу... Ой, что-то как-то отражение так падает, как будто я не очень люблю, да, стилос поправлю. Короче, я могу не видеть ваших вопросов, так как я еду за рулем. Вот. Но постараюсь по максимуму вам отвечать. Ты с кем? Я еду одна. Я одна одиноженька. Всем приветик. Сейчас я промотаю чуть-чуть. Да, если я, короче, не вижу ваших вопросов, вы можете их еще раз там повторить, потому что я, как уже объяснила, я еду за рулем. Еду одна. Так, привет, привет. В прямой эфир я к себе никого не беру. Чего расстались с Захарьяшем? Не сошлись характерами. Это Катя. Я хочу на шоу. Привет, привет. А я не помню, я тебе уже ответила или нет. Так, а ты москвичка? Нет, я петербурженка. По национальности я кто? Вообще русская, наполовину чувашка. Так, что еще? Почему вы плохо относитесь к Захару? Кто ж такое сказал? Я очень всех обожаю, я не могу плохо относиться никому. Вы что? Ну что вы на меня наговариваете? Это неправда. Вот так. Привет, привет. Нос. Что по носу? Не знаю. У меня все в порядке с носом. Если вы не уверены в себе и делаете ринопластику, это ваши проблемы. Привет. Боже, ты такая красивая. Спасибо. Хотя я сегодня мало еще спала. Реклама. С кем ближе общаешься с Дома 2? Да я совсем чуть-чуть общаюсь. Что с Миленой? С Миленой все прекрасно, живет и радуется жизни. Ой, спасибо. Зачем Брянск ушла с проекта? Она ушла уже с проекта? Я уже не помню. А, были когда-то комплексы из-за роста. Я обожаю безумно свой рост. Как я могу комплексовать? Ян, как дела у Захара и Яны? Вообще шикарно. Мы вчера очень хорошо посидели с Яной. Кладбище, да? Так, помирюсь я еще. Не знаю, кстати, помирюсь я или нет. Что с Ивановой? Ого! Не знаю, что с Ивановой. Мне кажется, у нее что-то не все в порядке. Так, Милена рассталась с Безусом. Я, честно, друзья, даже не знаю, что там у вас в эфирах происходит. Я за ними не бдю. Привет, Вань. Куда едешь, звездочка? Еду на шоу СССР. Из-за чего вы расстались с Захарьяшем? Интересно. Я, кстати, до сих пор сама не поняла. Не хочу нас делать, потому что может быть еще хуже. С Сережей мы не вместе. Вы все увидите, начиная со среды и... Ай, воскресенье, да. Чем занята за беременность? Чем я еще занялся? Так, какая модель BMW? Друзья, вам очень сильно интересно, на чем я езжу? Главное, моя попа в тепле, на чем я езжу, это, я думаю, что не должно никого особо волновать. Но это лично мое мнение. Я могу сказать так, что если ты красивый, высокий, достойный, и поймешь, что Сергей Захарьяш тебе не помеха. Ну что, если он попробует тебя там как-то засадить, еще что-то, сможешь ему ответить, то welcome. Welcome ко мне. Я буду рада. Как принять себя? Как принять себя? Что, прикалываетесь? Вы должны любить себя в первую очередь. Подходишь к зеркалу и говоришь, я безумно красивая, я самая лучшая, и лучше меня на свете нет. Все. Это на проекте? Конечно, на проекте. Я на проекте. Да. Та-дам-там-там. Ты Пинчук знаешь? Нет, лично ее не знаю, но заочно возможно.
по гороскопу я близнец, и знаю, что это жопа полная, близнец. Вот. Так. Рина делает не все из-за комплексов, а из-за показаний. Мне не нужны по показаниям делать ринопластику. Извините, есть кто делает это рину, а потом делает вторую, третью, потому что у них нос еще хуже. Меня устраивает мой нос, друзья. Если вам что-то нужно, то пожалуйста. Вы можете это менять в себе. Мне это не надо. У тебя все в порядке с головой? Конечно. Естественно. Током в детстве не била, если вы об этом. Такая красивая, спасибо очень. Передай привет Саше Орлову, пожалуйста. Будет приятно. Саша Орлов, тебе привет от Ягодкин. Думаю, в Москву мы там ночью. Вань, тут делать нечего. У тебя хороший нос. А главное, свои родные. Никого не слушай. Да я и не слушаю, мне еще все равно. Он тебя не стоит. Кто меня не стоит? Я одна сейчас, успокойтесь. Я же говорю, еще готова рассмотреть варианты других мужчин, если он будет достоин. В плане, он будет видный. У него язык не будет застрять где-то в черной дыре, да, чтобы культурно выразиться. Мне нужен парень, который умеет разговаривать, который красивый, который высокий. Ну, даже, наверное, можно и не обязательно прям безумно высокого, чтобы хотя бы быть на одном уровне со мной, но не меньше. Так, как дела у Яны Захара? Все прекрасно. Ругаются, мирятся, ругаются. Почему одна? В данный момент, потому что я еду на шоу. Дала привет, Господи. По 10 раз я передавать привет не буду. Слава расстался с Сашей, я не знаю. Друзья, давайте так, вы мне скажете, что происходит в эфирах, и тогда я вам отвечу на вопросы, потому что я даже уже запуталась, насколько там вообще, где что. То, что жизнь бежит, бьет ключом. Ой-ой-ой. Сорян. У меня все прекрасно, всем привет. Автобус. Пуф. Сейчас, секундочку, тут был опасный поворот. Блядь, ты куда? Алан, привет. Так, сестер, привет. Сестер, много не болтай здесь. Такая красивая, спасибо вам всем. Так, что за Захарьяш Злот фотку выложил? Друзья, выложил фотку, я еще не видела, простите, не успела забдить за своим бывшеньким. В следующий раз обязательно ему скажу. Для Дом 2 ты очень адекватная, умная и естественная. Блин, для Дом 2 адекватность, мне кажется, не всегда важна. Слава ушел с проекта? Нет, вроде... Вчера же он был в моем прямом эфире. Как он мог уйти? Вы расстались с Сергеем? Да. В эту среду вы увидите. Голос классный. Спасибо. Ой, Вань, ну и ты туда же. Очень красиво. Что с Ивановой случилось? Ой, да не знаю, а что случилось за 5 месяцев нахождения здесь? По-моему, все то же самое. Очень красиво. У вас с бывшим отношением? Как у вас с бывшим отношения? Ты же про Сережу имеешь в виду? Ну, обычно. Какая марка авто у тебя? У меня прекрасная марка авто. И я езжу на BMW. Я вожу свою прекрасную попу на BMW. Интересно, я все штрафы собрала. Носик твоей изюминка. Ты очень красивый. Так, друзья. Я сейчас буду завершать прямой эфир, потому что мне надо побдить все-таки за рулем. Почему Захарьяш и твои фотки? А почему им не быть? Я... Странный вопрос. Что ему удалять? Я могу сказать, что даже после расставания он выложил фотку со мной и написал: «Сережа, алло». Да. Ты
Казахстан, привет. Вижу, люблю смотреть эфир с тобой. Ой! Да, форма губ своя. Так, 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 все, так. Мне нравится, как ты одеваешься. Да, надо еще разобрать пол гардероба. Лежит в чемоданах. О, самолет летит. С Чугуевки, привет, привет. О, самолет, подожди меня. Так. Передай привет, пожалуйста, Дмитрию Лепехину из Кирова. Дмитрий Лепехин, я тебе передаю привет из Москвы, а ты в Кирове. Почему вы расстались? Ты красотка. Потому что, видимо, он не дотягивает до моего характера. Что за харьяш фотку с Настей Голд выложил сегодня? Ой, что ж, надо зайти хоть туда посмотреть. Сереж Захарьяш, почему ты выложил фотку с Голд? Как так? Передашь Насте Болинской? А что Насте Голд? Ой, Насте Болинской передать. Так, что в жизни занимаешься? Много чем занимаюсь, больше всех разговариваю. Яночка, зайка, давай. Какой у тебя рост? 179. Самое-самое, спасибо. Почему я еду одна? Потому что я еду на шоу СССР. Вот. Кто мы пока вместе? Не знаю, кто там вместе. Эфир тормозит на неделю где-то. Да я знаю, но я же не могу рассказывать то, что у нас происходит. Рост 179 у меня. И сегодня была с альпакой. А, точно! Это был крутой эфир. Блин, друзья, если вы за... Кто-то, вы можете выкладывать истории со мной и отмечать меня в истории. Я хоть посмотрю себя в эфирах. Потому что у меня нету времени. А так чуть-чуть про... Если вы будете отмечать, то я буду смотреть. Ну. Хорошо, я передам Славе, что он лучше. Милена помирилась с Безусом? Нет. И как я на их не слышно? Все прекрасно. Зверюшкам крутые. Всем бывшим. В смысле бывшеньким. Так, 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 так. Расстались, да. Ты красотка. Даже очень подходила Захарьяшу. Жалко, что расстались. Ну, вы можете ему писать, что подходила, что все прекрасно. Пусть ему еще напоминают об этом. Я никогда ни о чем не жалею, это я все равно буду жить в свое удовольствие. Захочу, если я захочу быть с ним, я буду с ним. Мне ничего не помешает. Что в глаз попало, друзья. Так, все, правда, друзья, тут столько вопросов, я их потом прочитаю. Я ваша фанатка. Пишите в комментариях мне вопросы, я обязательно на них буду отвечать по вечерам, наверное, ночью ближе, перед сном. Все, я дура, идеально. Идеально, друзья. Даже если вы проходитесь каким-то образом, пытаетесь задеть меня, мне вообще все равно. Все равно. Но на проекте могу сказать, что первую неделю было мне очень сложно, потому что мне нужно было доказать, что я личность, а не просто пришла к Сереже.